ловила комаров и мошку. Весною громко квакала со своими подружками. Без век бы она прожила благополучно. Но однажды с ней случилось одно происшествие. Она сидела на высунувшейся из воды коряге и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода!» – думала она. «Какое же это наслаждение жить на свете!» Дождик моросил по ее лакированной спинке, затекал за брюшко под лапки. Это было так приятно, что она чуть радостно не заквакала. Но, к счастью, вспомнила, что наступила осень, а осенью лягушки не квакают. Но это есть весна. Заквакав, она может уронить свое лягушачье достоинство. Ну, поэтому она промолчала и продолжала нежиться. И вдруг какой-то тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался где-то в воздухе. Как мы тебя возьмем? У тебя же нет крыльев. Угу. Дай
дайте мне подумать только 5 минут. 5 минут! Давай, давай. Я обещаю, я придумаю что-нибудь хорошее. Удачи! 4:53! Придумает она. Вас ожидает хороший, благоприятный полет авиакомпании «Эйр».
Гусан Мусаков, ваш пилот, и сейчас мы расскажем вам, что делать при экстренной ситуации. Аварийные выходы находятся в передних, боковых и хвостовых частях самолета, через каждые 8 иллюминаторов. Спасательные крылья находятся под вашими креслами. Но если вы летите с утенком, то дополнительные ремни находятся в шкафчике ручной клади. Мы летим рейсом в Болото-Юг. Прилетим в аэропорт жарко-холодно в 17:40 по местному времени. Обед будет через 15 минут после взлета. Спасибо вам за внимание. Желаем приятного полета. Дорогие друзья, мы вошли в зону турбулентности. Просим вас сохранять спокойствие. Летели неровно и дергали прутья. Уважаемая дамочка, вы можете покинуть кабину пилота. У меня есть лягушачьи права. Все есть, мы не сомневаемся. Бедная подушка болталась в воздухе, как бумажный пират. И изо всей мочи стиснула свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Но вскоре она привыкла к своему положению. Даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы. Но ей мало что было видно, так как она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что она все-таки видела, радовалась и гордилась. Вот как я превосходно придумала! Думала она про себя.
Господа присяжные заседатели, заседание по делу лягушки, которая вздумала летать, объявляю открытым. Вызывается свидетель со стороны обвинения. Утка. Утка. Что вы можете рассказать о вашем полете с лягушкой? Хотя молчать и нести, хоть и легкую лягушку, 3000 верст. Не бог знает, какое удовольствие, но ее ум привел нас, уток, в такой восторг, что мы единогласно согласились нести ее. Но ведь это небезопасно для лягушки, для утки, ну и для тех, кто находится внизу. Мы с утками решили переменяться каждые 2 часа, поскольку уток, как говорится в загадке, было столько, да еще полстолько и четверть столько. А лягушка была всего лишь одна, то нести ее приходилось не особенно часто. То есть вы хотите сказать, что летящая лягушка в небе – это нормально? Не знаю. Тогда вопросов больше нет. Свидетель утка, вы свободны. Вызывайте свидетель со стороны обвинения. Утка. Что вы можете рассказать о вашем полете с лягушкой на юг? Мы летели за нящими ее утками, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка, даже среди уток мало таких найдется. То есть вы хотите сказать, что летящая лягушка в небе – это нормально? Я не знаю. Тогда вопросов больше нет. Свидетель утка, вы свободны. Вызываются свидетели со стороны обвинения. Люди из одной деревни. Смотрите, смотрите, кричали мы. Утки-то, лягух несут. Вот. Да, вот чудо, а! То есть вы хотите сказать, что летящая лягушка в небе – это нормально? Нет, мы так и не можем сказать. Тогда вопросов больше нет. До свидания, дети, что-то больше.
Вызывайте свидетели со стороны обвинения, люди из другой деревни. Отсутствуют. Вызывайте обвиняемые. Сама лягушка. Здрасте. Кто такую хитренькую-прихитренькую штучку придумал, чтобы лягушка оказалась в небе? Это я. Это я придумала. Тогда вопросов больше нет. Ну что ж, уважаемые господа присяжные заседатели, я предлагаю вам отправиться на совещание. Ладно, согласен. Здесь и так все понятно. Милая моя, все мы когда-то мечтали стать теми, кем не являемся сейчас. Да эти глупые мечты реальность, которые никогда не исполнятся. Зачем мы их вообще мечтаем? Когда имеет только реальность, ничего больше. Лягушка!
О-о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 . Кружится шар земной, без всяких поет на свой лад лимонод, но останется нам одно. Приговариваетесь к пожизненной жизни в болоте. Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит. What the?
каждый раз.